Всех приветствую, сейчас с собакой погуляю и покажу пару плюшек интересных на приору установил. Ну, днем оно не особо пасется, но ночью прикольно. В салоне как-то уютнее, что ли. Это будет коротенькое видео, так как оператор занят очень, он у нас семейный человек, девочка за кадром. Я ништяки хотел показать, сейчас быстренько я обойду за руль, сяду, а вот такая машинка, на которой я ништяки ставил, приорка. Сейчас я оператору открою дверь. Спасибо. Вот, быстренько по ништякам, то, что я вот рассказывал, какие доработки прикольно смотрятся. Красиво, когда ручка светится. Не знаю, будет видно на камеру или нет, наверное, вряд ли, да? Видно. И блок климата я поменял, соответственно, тоже вот такой поставил, тюнячий. Тоже он светится зелененьким. Это я ночью вставку положу, чтобы было видно. Плюс дополнительно, сейчас я приду туда, я установил дополнительно 4-канальный усилитель, фронт поставил на 4 динамика, два тут, два там. Питается это все от сватовского усилителя 4 на 100, если я не ошибаюсь. Но фронт играет нарядно, правда голова сейчас не процессорная, плохая. Ну а так в целом косяков по ней еще много осталось, я их доделывать не буду, я, наверное, так ее продам. Ну из плюсов она на газу, у нее есть электрорегулировка зеркал и косяки, как не показать косяки, само собой. Вот, смотрите, бампер. Видно, да, прям дырочку? Сложно не заметить. Да, я еще и габариты не выключил, чтобы аккумулятор не сидит. Сейчас, дорогие друзья, она на штампах находится. Она ее специально поставила на 14-х штампах. Она намного мягче едет и лучше разгоняется. Но на 15-х титанах намного красивее. На низком профиле дорогу лучше держит и управляется она лучше. А так вот в целом, вот так она выглядит. Ласточка. Тут еще сзади есть косяки. Я ее даже не мыл, потому что видео записывается спонтанно, чисто вот вкратце продемонстрировать особенности. Вот камера заднего вида у нее так припендюрена. Вот рыжики на крышке багажника, бампер ударен. Кстати, из возмущения меня девушка недавно в городе поцарапала. Привет. Привет. Вот, не знаю, будет видно на камеру, нет. Было очень обидно. Девочка ехала с детьми, перепутала педали и вот решила тормозить мной. Ну, как-нибудь стерплю, так сказать, стерпится, слюбится. Ну, и из интересного... Ой, ну это вообще пиздец, кстати. Вот это заказы с Wildberries. Вот как я без этого жил, я не знаю, блядь. Как-то же жил я без этого. И еще я с собой черепаху вот такую катаю. Тоже грех не показать. О. Черепаха огонь. Да, черепаха реально огонь. Она качественная, мощная. Вот на ней тетя рисовала. Я, правда, не все рассказал. У меня еще тут ГБО установлено, метан, чтобы экономнее ездить. И сзади овалы стоят в полке. Но овалы не впечатляют, ГБО могу показать. Да что ты будешь делать? Есть такая особенность, она сама закрывается. Баллон огромнейший просто. О, баллон. Вот это вещь. Ну все, так вот. Остальное все надо в другом месте снимать. Хочу сказать спасибо, что посмотрели. Спасибо оператору, что мне помогла. Все, всем хорошего всего.